ты, Ксюшечка, а скажи, а эта рыбка, победительная на морских глубинах, ее кто-то любит из знаменитостей, да? Те, которые выжили, очень не любят. Это вкусно. Ты знаешь, у меня что-то аппетит пропал. А может, мы вернем рыбу? Рыбу за 120 баксов. Ну да. Попробуй, это вкусно. Почувствуй. Ну, дочерек. Да? А я не отравлюсь с этим рыбом? Простите? Это она так шутит. Да ладно. Может, ты попробуешь? У меня строгая диета. И ты об этом знаешь. У меня каждая калория на счету. Попробуй, это очень вкусно. Да, если здесь все так вкусно, почему ты себе лисик заказал? Ну, сколько я могу тебе повторять? Диета для меня — это сейчас самое главное.